Запоминающийся подарок на День мам сделала фотограф из Ликино Дулево Марина Горелова. 2 месяца она готовила проект, в котором приняло участие более 20 человек. Вот моя внучка и правнучки. Елизавета Куликова с гордостью показывает подругам свои фотографии и делится впечатлениями о том, каково это быть фотомоделью. Как и все участники проекта, Елизавета Алексеевна результатом очень довольна. Я очень плохо, конечно, выхожу, но вот она так сделала, и у нее вышло все. Очень, я очень благодарна. Замечательно. Целенаправленно шла для того, чтобы потом что-то оставить на память. Молодость свою для детей. Идея сделать необычный подарок, который будет посвящен мамам, у Марины Гореловой появилась давно, но реализовать ее решилась только сейчас. 2 месяца шел поиск участников, а затем часовые фотосессии. Сначала были опасения на то, что не наберем народ, который придет фотографироваться, потому что, в принципе, у нас тут в городе сложно с этим делом. Но, как ни странно, народ собралось очень много, желающих было много. Работать, конечно, было очень интересно. Дети вообще все молодцы, никто не плакал, не ныл, всем очень понравилось фотографироваться, модели все. Получились очень хорошие. В реализации проекта помогал коллектив Ликино-Дулевского краеведческого музея, на базе которого и открылась фотовыставка. Это на самом деле просто замечательно. Вот, наверное, такие проекты, они способствуют воссоединению семьи, чтобы выбрать выходной день, собраться всем вместе, причесаться, как-то так вот торжественно, как вот раньше все это на празднике происходило. И вот этот проект, наверное, он для этого и создан, чтобы мы почаще находились со своими любимыми, своими детьми, своими супругами и дарили любовь друг другу. Выставка проработает до конца декабря, после чего фотографии подарят участникам проекта.